Одинцовские единороссы проинспектировали территорию нового детского сада, который возводится в Кубинке. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 330 воспитанников. К настоящему моменту на объекте завершаются строительные работы. Партийный надзор осуществляется в рамках проектов «Новая школа» и «Военные городки», а также отработки наказов народной программы партии. Дошкольное образовательное учреждение возводится по губернаторской программе. В детском саду будут предусмотрены кабинеты для групповых занятий, удобные и комфортные спальные комнаты, актовые и физкультурные залы.